Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Настал третий день жизни поросят. Будем сегодня колоть железо. Железо, содержащие витамины. Суиферовит. Шприц. 5 кубов. Поросятки маленькие еще. Я думаю, куба по 3 точно. Давай по 3, да? Да. Вообще 2 куба колется первый раз, 5 кубов второй раз. Мы уколем. Что ты говоришь? Трешку уколем сейчас. А дальше будет видно. Так. Еще у нас есть чудо-фломастер. И мы будем метить тех, кого уже уколол. Ну что, начнем. С рыжика. Рыжик у нас девочка. Так, инъекция вводится подкожно. Либо внутримышечно. В общем, очень глубоко не обязательно загонять иглу. Либо колоть можно либо в ляжку, либо за ухом. Там мы им в ляжку поколем всем. А заодно и посмотрим, сколько мальчиков, сколько девочек. Так, кто была девочка? Маму, кстати, мы выгнали прогуляться, чтобы она не мешала. Вот мальчик. Один-один. Мамы, они такие, скажем так, нервные создания. Они бы не дали нам по жизни. Поросята эти, на удивление, такие спокойные вообще. И мама спокойная, и папа спокойный. То тогда был Вася, дурачок. Говорю, что такое к двери. Говорю, что даже в этот самый, если надо на выиску, надо попасть, сам залазит. Так. Это девочка. Уже две девочки, один мальчик. Колоть не сложно, поэтому вы не бойтесь этого всего. Эффект. Эффект, который получит поросята после укола, настолько хороший, большой, что он того стоит. Из-за того, что генетически так устроено белые свиньи, из-за того, что они выведены в неволе, там, у них отсутствует в молоке витамин. Ой, железо, да? Да. А железо нужно для переноса кислорода. Ну и, соответственно, если без... Если кислорода... Девочка. 3-1. Кислорода не будет... Мало кислорода в крови, то будет... Мама услышала, возбудилась. Кислородное голодание, они будут чахнуть, плохо расти. Поэтому обязательно, это не то, что там прихоть какая-то, это в обязательном порядке, белые свиньи прокалываются железом. 2-2, мальчик. 3-2. Нет, две же бабы были. И один пацан. 3 бабы. Сейчас свиномат сломает ворота. Ну как возбудилась. А. Услышала, что ее дети крикнули там. И то крикнули, вы слышите, они вообще не пищат спокойно. Так, осталось еще трое.
Сейчас вот. Как видите, самый удобный способ колоть за ножки. Вниз головой взял вот так. Он тогда и не пищит. И один человек может спокойно уколоть. Так, что там это у нас? Кто? Ой, я не гляну сюда. Девочка. 4-2. 4-2, да? Поровну, наверное. Повторюсь, Коля суефиловитом. По 3 кубика. Пацан. 4-3. Поросятки и свинка живут на глубокой подстилке. Теплый пол. Глубокая подстилка. Очень тепло здесь. Нет, да? Не воняет, совершенно нету навоза. Ни ссак. Ни говна. Все чистенько. Условия содержания идеальные. Пацан, поровну получается? Да, пополам. В общем, мало того, что им хорошо, мне очень хорошо. Нужно их не чистить, не выгребать, ничего. Поэтому вот такой вот способ устройства сараев самый удобный. О, съела все. На третий день, она, короче, 2 дня плохо, покажи кормушку, плохо кушала, на третий день все съела. Короче, возвращается в нормальное русло свинка. Это очень хорошо. После опороса первые несколько дней плохо кушает. Ну все, видите, поросятки спокойные. Сейчас надо так попытаться выйти, чтобы нас свинья не съела. Рюха, ты не давал ей зерна? Ничего не давал. Все, давай. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.